здорово, хватит выпендриваться, давай рассказывай. Всем привет, это канал «Из Москвы в Израиль», с вами Анюта. И сегодня мы поехали с Денисом вместе вам снимать район Адар. Но так как мы практически всегда хотим есть, мы решили начать именно с кафе. И сейчас мы сели в кафе на улице Массада. Нам посоветовали эту улицу как одну из самых неформальных улиц города. Поэтому мы сидим в кафешечке, сейчас все заказали, нам принесут, и мы вам все покажем. Мы просто шли и зашли в кафе. Здесь достаточно такая интересная атмосфера. Действительно неформальная. Мужчина сказал, что у него есть сэндвичи, но я выпросила салат. Поэтому Денис взял сэндвич, я взяла салат с тунцом, и мы их ждем. Апельсиновый сок. А еще взяли апельсиновый сок свежевыжатый, потому что мы перестали пить алкоголь и есть сладкое. Поддерживайте нас, мы надеемся, что наш этот челлендж удастся. А я взял чай. Парень сказал, что у него чаев куча. Но я не стал заморачиваться, сказал, чтобы он на свой выбор сделал мне что-то вкусненькое. А учитывая, что они здесь все на позитиве, вот, он очень этому обрадовался. Сейчас посмотрим, что он мне принесет. Вот, и мы вам расскажем по поводу этого. А Нюта еще просит сказать, что у нас деловая встреча сегодня вечером, поэтому чай, если он будет с чем-то интересным, поможет нам ее провести в том числе. Вот, а что хотелось еще сказать. Кафе называется «Какая-то дыра». А, кроличья нора. Кроличья нора, вот как называется кафе. Безусловно, мы вам сейчас ее поснимаем, эту кафешку. Вот, нельзя сказать, что она очень большая. Но вообще, если вы попадете, я не знаю, как тут вечером, хотя мы были вот здесь и в вечернее время. Вот, сейчас, кстати, шаббат, эта кафешка работает. Но, в принципе, в целом, если вы придете в район улицы Масад, в район Адара, и сядете в любую кафешку, в принципе, у них тут похожие, как бы, меню, назовем это так, да, в основном оно веганское, кстати. Вот, поэтому выбрать можно здесь любую кафешку, просто пройдя то, что вам понравится, сесть. Вот мы прям в первую, которая была. Ну, мы, конечно, меню глянули. Вот, у нас устраивает там сэндвич и салат. Мы сейчас перекусим, потому что у нас предстоит долгая съемка района Адар. Мы начали двигаться потихонечку по Хайфе, по вашим просьбам, и показываем вам, решили с, по мнению, как сказать, разных людей с главного трушника, вот, с района. Но покажем вам, что это такое в дневное время. На самом деле, смотрите это видео. Вот, это видео соответствует, пока мы сейчас вам про кафе расскажем, а смотрите наше видео, которое будет посвящено непосредственно району. Но хочу сказать просто небольшую затравочку вам для этого видео. Только мы припарковались и только мы начали идти, сразу нам объяснили, что мы в том районе, в котором надо. Поэтому смотрите, что мы там увидели, прям как только начали ходить по району Адар. Все, ждем, что нам приготовят. Ну, вернее, когда нам это приготовят, мы больше ждем, потому что мы голодные, хотим покушать и уже спокойно все снять. И, кстати, здесь мы отмечали еще Рош ха-Шана где-то в этом районе, да, в Адаре, в особняке. Смотрите тоже наше видео, очень такое душевное и хорошее место было, и нам очень понравилось. Я думаю, что вам видео тоже понравится. Ну и вообще, посмотрите, как это происходит у израильской молодежи, русскоговорящей. Все.
я вам показал атмосферу. Вот, и поверьте мне, то, что вы увидели, соответствует тому, что здесь есть. Вот, но, несмотря на вот этот вот трешняк, назовем это так, в плане дизайна всяких картинок, черепов. Нет, ну просто, знаешь, дизайн такой устрашающий, а по факту все на позитиве. Все лыбятся, все хорошо, все сидят, отдыхают, такая атмосфера. А еще одна интересная вещь, я не ем сладкое, но там лежат кексики. Мне вот интересно, это правильные кексики? Давай попробуем. Я думаю, что мы на двоих один возьмем. Как ты считаешь? Отлично. Вот, и попробуем, потому что мне кажется, что это будет правильный кексик, назовем это так. Вот, потому что, по сути, по парню, который там все это готовит и делает, должны быть правильные кексики. Просто хочется на примере этого кафе у нас, кстати, а у нас есть вообще это отдельное видео с другой кафешкой, которая нет, здесь? Нет, там, где мы йогой занимаемся. А, там, где мы йогой, у нас, кстати, есть видео, где у нас была йога. В Адаре. В Адаре тоже. И там же мы вам показываем чуть-чуть кафешку веганскую. Я думаю, что это на этой же улице, а на Масада. А может и отдельно. Ищите, ребят, ищите, в общем, в наших плейлистах. Вот сейчас мне Анюта будет снимать, и если парень, который идет к нам сейчас с девушкой, не повернет, то он создаст еще одну нужную деталь в том, чтобы вы поняли и посмотрели наш ролик про Адар и про его особенности. Вот. Нет, это не они. Нет, сейчас вот парень. Такая собака. Вот. Друган, а вот девушка нашла на помойке две подушки, ей они понравились, она посмотрела, ну парень, он просто, она пила, на него, кстати. А? Он с коробки пива просто идет. Да, ну ты парня видишь, да, прикольный? Да. Вот, мы это, кстати, вставим, блин, в ролик про Адар, потому что это, вот, куда ни поверни камеру, все это, вот сейчас, может, сейчас увидите девушку, которая с подушечками идет. Вот, ребята, вот вам район, кафе. Просто приходите, садитесь, наслаждайтесь. И вы получите незабываемые впечатления от того, что увидите. А вот еще собакенция такая. Ты куда пошла? К ним. Они там стоят. А, по-моему, девушка зашла туда с собакой, нет? Нет, это собака девушки. Вот, поэтому... Мы считаем, что вот это вот в этот, не знаю, как здесь жить. Колорит, да. Да, как нам жить. Нравится. Вот, но вот колорит, приехать, выпить. Ты сняла, кстати, чашечку, нет? Сними, нет. Какая чашечка. Скажи, ложечка. Смотрите, какая чашечка. Смотрите, какая ложечка. С кристаллом. Как, какой, кстати, чай, ребята? Не показал. Какой чай, смотрите. Что это? Судя по всему, это имбирь. Имбирь, да. Это запах, это просто супер, я не знаю. Я... Вот это такая, вот это вот. Вот в этом жизнь состоит, вот в таких вещах. А фиг сюда попадешь, потому что все будут тебе говорить, что вода, ты куда собрался там или что-то. Вот, и ты вот это попробуешь. Все, но слюни текут, еще очень хочется кушать, плюс ко всему. Кафешку сейчас доснимаем и пойдем ходить, потому что время у нас неумолимо уходит, уже без 25. Осталось 2,5 часа до нашей встречи, а мы очень-очень хотим все-таки Адар снять и вам его показать. Ну и сами посмотреть, потому что для нас, мы, конечно, здесь часто бывали на различных мероприятиях в том числе, но это все было так бегом-бегом, наскоком, потому что мы шли на конкретное мероприятие, и это был вечер, да, особенно. Так что все, заканчиваем с кафешкой, а вы смотрите наш ролик про Адар. Так, нам принесли еду, все очень красивенько, да? Все очень приятненько. Хочу сказать, что мой сэндвич привезли с чипсами. Анюте поджарили греночки для ее салата. Еще принесли соус и соль и перец. Scorpio Pepper. Сказали, что очень-очень-очень острый. Пробовать не будем, честно сказать. Вот, не хочется портить себе сейчас возможность съесть что-то вкусное. Но сэндвич, я вообще, кстати, давно уже думаю о том, чтобы... На утро делаете тоже типа сэндвичи. Но нам нужно что? Нам нужен тостер. Или эту. Как она? Вафельница. 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 Поэтому кушаем. Прощаемся с этим кафе. И прощаемся с вами. Да? Я не знаю, можно ли здесь, типа... Я хочу. Здесь сделать, знаешь как?
типа. Я, как всегда, уделалась. Масло, соль, которая должна разъесть это масло. Я очень надеюсь, что Ваниш нам в помощь. Мы покушали. Все очень было вкусненько. У меня был салат с тунцом, у Дениса был сэндвич с авокадо. И мы решили, что мы будем делать такие сэндвичи дома. Даже купим, скорее всего, тостер. Купим тостер. Вот. Если вы знаете еще какие-то прикольные сэндвичи, тоже можете нам написать какой-нибудь рецепт, будет здорово, потому что я дома не готовлю, а Денис с удовольствием повторит ваш кулинарный изыск. А, кафечка, ничего, приятное. В принципе, здесь очень много кошек, и все ходят с огромными собаками, просто вообще огромными-преогромными собаками. Так что приходите, кушайте, в Адаре приятно, не надо бояться этих неформальных и страшных кафе внешне, они очень милые и вкусные внутри. Итак, значит, то, что мы вам рассказали и показали, получилось 91 шекель. Хорошо, продюсер просит повторить еще раз. Значит, клаб-сэндвич с авокадо очень вкусный. Авокадо был, мне такое ощущение, что полит лимончиком, соль, салат, помидор и хлеб. Казалось бы, максимально просто, но умеют. Ничего не скажешь. У Анюты был салат. Как тебе салат? Салат с тунцом, тоже ничего сверхъестественного, но очень вкусно, да? Вкусно? Да, только я бы лимон убрала. Анюта бы лимон убрала, а у меня, например, в моем сэндвиче лимон зашел прям идеально. Поэтому, еще чай, раз говорю. Еще не сказал. Ну, чай с имбирем, это вообще... Почему у нас чай с имбирем? Чай с имбирем, мятый и свежевыжатый сок. Чай вообще прям вот... Просто идеальный. Идеальный. И свежевыжатый сок в какую-то стоимость, Анюта сказала, а я не знаю, в какую стоимость, 16, по-моему. В смысле, и свежевыжатый сок стоит 91 шекель. Говорим, что такое 91 шекель, ничего. Вот я поел, я спокойный, добрый. Продюсер кричит на меня. Помогите, пожалуйста. Еще раз, клапсы, семейный абьюз, значит, происходит. Короче, за 91 шекель вы получаете два блюда и два напитка. Какие? Я вам только что рассказал. Поэтому идеально для двоих зайти перекусить, недорого. Еще раз говорю, конкретно кафешку хотите в эту заходите, хотите в следующую. Примерно цены здесь в Адаре, вот мы во второй едим, да, наверное, из этой кафешки похожего типа. Цены примерно одинаковые. Мне кажется, в той даже был чуть подороже, а может быть и нет. Но вкусно и душевно. Вот это самое главное. Все такие позитивные ребята. Кексик не стали пробовать, потому что у нас через 2 часа уже... Через 2 часа встреча, где мы тоже будем есть, вот, поэтому не хочется наедаться. Поскольку мы уже записали прощание, сейчас вы увидите прощание от Анюты. А это был канал «Из Москвы в Израиль». Смотрите наш ролик по району Адар. Также у нас есть ролик про Нижний город. Всем пока-пока и будьте счастливы!